Переработку. Тема переработки. Тему ресайкл. Переработка, она же ресайкл. Мы потихонечку разгоняемся. Такое предисловие к матчфесту, который будет в сентябре. И матчфест – это тоже очень крутой проект. Он тоже отвечает ценностям этого пространства. Он как бы соединяет разные сообщества, разные комьюнити в одном фестивале. И делает это там на целых 3 дня. Матчфест – это фестиваль современного искусства. Диджитал, стрит-арт, пластика, мультимедийные инсталляции и перформансы, приправленные музыкой разных направлений. Концепция фестиваля – актуальная в эпоху потребления тема ресайклинга, или простыми словами – переработки. В данном случае речь не только об использованном пластике или текстиле. Безусловно, тема переработки – это не только в таком, да, техническом виде там, одежду перерабатывать. Это же еще и перерабатывание каких-то идей. Это совместное генерирование и коллаборации между художниками, дизайнерами, музыкантами. То есть вообще, можно сказать, эта история затрагивает там несколько областей. Когда ты что-то из чего-то делаешь совместно с кем-то. Это на самом деле очень крутая штука, которая сейчас все больше набирает обороты. Тему переработки также предлагают рассмотреть и в контексте моды. Бездумное потребительство безнадежно устарело. Бренды сегмента люкс и масс-маркеты все больше оказываются вовлечены в экологическую тему. Я могу сказать, что эта тематика, она, во-первых, ну, понятно, что она актуальна, и она, ну, реально необходима, да, чтобы люди смотрели на обычные какие-то вещи немножко по-другому. Сейчас все больше эта тема набирает обороты, в том числе и потому, что развиваются ресейл-платформы, то есть перепродажи там культовых каких-нибудь вещей. Быть ответственным за природу и заботиться об окружающем мире уже не просто тренд, это жизненная необходимость. Каждое воскресенье в разделяйку приходят около 600 человек, сдают на переработку пластик, железо, стекло, макулатуру. Вообще, матчфест – это отличная площадка для современных деятелей искусства. Именно такие фестивали открывают имена молодых художников, дизайнеров и музыкантов, предоставляя возможность встретиться с аудиторией и вдохновиться на новые творения. Меня зовут Сейнтмен, можно просто Святой, можно просто Саша. Я занимаюсь диджитал-артом, цифровым искусством, стрит-артом. Недавно вернулся из армии, пока я отдыхаю. Я в своем представлении, как переработка, она же ресайкл, вижу, что это как переработка мыслей поколений от старшему к молодому. То есть мы перерабатываем мысли, ну, то есть ресайкл происходит. Вот. И в будущем, вероятнее всего, уже следующее поколение моложе нас тоже будет заниматься тем же самым переработкой. Ну, как минимум, тема ресайкла – это одна из самых неоднозначных вещей в нашей жизни, потому что никто не понимает, в моем понимании, что такое, в принципе, ресайкл. В этом году средства на проведение фестиваля собирают с помощью краудфандинга – пожертвований всех неравнодушных к современному искусству. Если все пойдет удачно, то матчфест состоится в конце сентября,
на площадке экологического арт-кластера «Гогрин-центр». 96 часов непрерывного погружения в искусство – это как раз то, что необходимо для переработки собственных мыслей.